Спортивную эстафету, посвященную международному форуму, подхватили ежегодные соревнования «Надежды России». Гимнасты Приволжского федерального округа сражались в умении высоко прыгать и выполнять перехваты. На соревнованиях побывала наша съемочная группа. Несмотря на то, что выступление далеко не первое, коленки перед стартом все же трясутся. Делятся юные гимнастки. Значимость события огромная. Самые лучшие пройдут в финал всероссийских соревнований. Команд у нас здесь, полных команд 8. И еще 3 неполных. Субъектов федерации 11, получается. Вот все борются за выход в финал на Россию. Сегодня у нас первый день командной многоборья. Чтобы попасть в спортивную гимнастику, необходимо начать заниматься в 5-6 лет, замечает тренер. Гимнастика – это не только красиво, но и очень полезно. Если висеть на брусьях с ранних лет, можно избежать многих проблем со здоровьем. Гимнастика вырабатывает силу, гибкость, выносливость и чувство равновесия. Отправляя Настю в спортивную гимнастику, мама и не думала, что дочь достигнет таких высот. Сегодня 15-летняя Настя Кузьмичева представляет команду Ульяновской области. Не хватает времени, но без гимнастики это тоже невозможно жить. Уже день не потренируешься, тебе уже хочется двигаться, поэтому никак уже без спорта не могу. Чувашскую республику на первом этапе соревнований представляли 8 юношей и 5 девушек. Финал соревнований состоится 17 ноября. Татьяна Трофимова, Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика.